нас все-таки и немало оказалось. Большую часть этой выставки. От души желаю вам. Вам слово, Лена. Ну, наверное, вот сразу продолжение сказано. Уважаемые гости, конечно, еще хотелось бы мне предоставить слово. Большое спасибо, что сегодня к нам пришла. Любое начинание, оно имеет результат. Пусть даже сегодняшнее... Как вы их нашли? Как нашли? Как познакомились? Как-то так, нечаянно. У нас была старшая Маша, и хотелось, чтобы у нее была еще сестричка, чтобы они вдвоем были. Ну, а у Кати оказался вот Андрюшка. Ему было год всего, годовалый. Ну, а сейчас мы счастливы. И у Кати есть братик, и она его учит читать, писать, считать. Она сейчас учится в третьем классе, ей было 4 года, когда мы ее нашли. Все улыбаемся. Внимание. Маришечка, улыбайся. Я вам, ребята, говорю, сзади, что ли?